Добрый день, друзья. Меня зовут Андрей, и я продолжаю цикл своих передач о создании монетарного нумизматического инвестиционного портфеля. И сегодня хочу я представить вашему вниманию вот такую золотую монету. Это монета номиналом 1/2 саверена. Саверен – это одна из старейших монет Великобритании и вообще мира. Название «Саверен» произошло от изображения короля, сидящего на троне. То есть раньше на саверенах был изображен король, сидящий на троне, и «Суверен» называлось. То есть суверенная власть короля. Сейчас вот, в частности, на этой монете изображена Елизавета II, королева Великобритании. И на другой стороне Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона. Это монета 1986 года выпуска. Саверен, конечно, не в ходу, так что саверены — это, хоть это и считается инвестиционной монетой, но это чисто коллекционные монеты. Монеты 917 пробы. Монета из кронового золота. Кроновое, то есть коронное золото. Коронное золото обозначает то, что в этой монете обычно золото делят на 12 долей. И в этой монете 917 пробы, значит, одна доля, 1/12 это меди и 11 долей золота чистого. Практически чистейшее золото. Конечно, бывают моменты, когда вместо меди используют серебро. Ну, конкретно в саверенах используют медь. Еще раз повторю. 1/12 доля меди и 11/12 золота. Проба 917. Общий вес конкретно этой монеты 3,99 грамма, почти 4 грамма. И вес, чистый вес золота 3,66 граммов. Диаметр этой монеты 19,16 миллиметров. Номинал, повторюсь, 1/2 саверена. Страна-изготовитель Великобритания. В качестве, кстати, эта монета выполнена в качестве пруф. Вот смотрите, такой интересный у нее. Я сейчас вам покажу. Очень аккуратненько. Вот в таком качестве. Золотое зеркало. Настолько сильно отсвечивает, что даже трудно увидеть. Интересно. Вот. Саверены – это великолепнейший инструмент, инвестиционный инструмент инвестиций в золото. Так как эти монеты коллекционные, они всегда растут в цене. Поэтому рекомендую приобретать эти монеты.
шикарное, великолепное дополнение в нумизматический инвестиционный портфель. Вот такая монета. Пишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу золота в нашем монетарном нумизматическом инвестиционном портфеле. Делитесь, у кого что есть. Приятно общаться. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.